Сегодня 10 сентября. Страх, говорят, помогает нам размышлять. Так ли это? Это 100% именно так. Страх помогает нам думать, размышлять. Он составляет нас это делать. И если мы не размышляем, страх начинает нас сковывать и превращаться из стимула в силу, которая давит на нас. Страх – это наш партнер, это наш друг. Страх помогает думать. Когда вы чего-то начинаете бояться или будете бояться в этом дне, скажите себе, о чем я должен думать сейчас? К чему двигает страх? О чем я должен размышлять? Благодаря страху вы можете научиться размышлять в критические, кризисные моменты. И тогда вы поймете, что страх – это ваш друг, это ваш партнер. Мистер Тонус с вами и к вашим услугам. Пока.